Украина была и так в немаленьких долгах. Вот. И эти долги, ну, как и сегодняшние долги по оружию, будут отдавать обычные люди. И почему я и моя семья, мои дети, там, правнуки, внуки должны отдавать? Ну, это равносильно тому, что я сейчас приду в банк, возьму кредит и скажу, я не буду отдавать, пусть украинцы отдают, пусть правительство отдает.